Прямой эфир телеканал «Россия» продолжают вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте. И вот о чем будем говорить сегодня. Многочисленные укусы и психологическая травма. Спастись юному ульяновцу от бродячей собаки удалось чудом. Я не боялся раньше собак, а теперь боюсь особенно. Суд вынес приговор. Кто понесет ответственность? Стражи правопорядка на воде. За 6 месяцев 2022 года у нас проведено более 70 рейдовых мероприятий. Речная полиция отмечает свой профессиональный праздник. И все для победы. Необходимы каски, бронежилеты, тепловизоры, бинокли, квадрокоптеры, планшеты. Помочь жителям Донбасса теперь можно онлайн. $50 000 морального вреда заплатит администрация города ульяновцу. Его сына покусала бездомная собака. Все произошло еще в марте. Проверка прокуратуры и решение суда указало на проплешины в работе ведомства с животными. Подробности у моей коллеги Марины Тимофеевой. Шел здесь, вот на этом участке. Она бросилась на него, свалила его на пол. Начала валять, кусать. Вот он из последних сил, видимо, собрался, отбился от нее и побежал. Это единственные кадры, где видно, как Матвей срезает путь, отрывается от собаки. Он успел спрятаться в магазине, где ему сразу оказали помощь. Я не боялся раньше собак, а теперь боюсь особенно. Вот я шел, она на меня напала, я, блин, сугроб, она меня, блин, укусила еще раз за руку. Я побежал. Укус левой голени, руки, бедра, как следствие, кровопотеки и ссадины. Всю морфологию повреждений описала судебная экспертиза. Ответственность за бродящую собаку, напавшую на ребенка, в зале суда понесла администрация города. Взыскать с муниципального образования города Ульяновск прицеп администрации города Ульяновск за счет казны муниципального образования города Ульяновск в пользу Викторова Артема Алексеевича, действующего в интересах несовершеннолетнего Виктора Матвея Артемовича, компенсацию морального вреда в размере $50 000. Два месяца судебных разбирательств. Видео с камер наблюдения стало основным доказательством, что собака бездомная. До финального решения администрация города только на словах говорила. В ходе судебного заседания не было предоставлено убедительных доказательств, что эта собака является беззанзорной. В поселке Мостовая стаи собак давно стали частью уличной культуры. В поисках еды лохматые бродяги проникают на участки. У нас только вот курса съели у родителей. Бродячие собаки залезли через сзади и съели всех. Собак очень много бегает по улицам. Кошек грызут, тогда ушел. Детей, конечно, тоже страшно упускать. С 2020 года по федеральному закону за номером 498 власти обязаны создавать и содержать приюты для животных. Там же и предусматривается отлов и вакцинация четвероногих, чего в поселке отродясь не было. Проведенной проверкой было установлено о том, что администрация города не предпринимает весь комплекс мер, который направлен на отлов безнадзорных животных. Тому итог данный случай и множество других – это не первое нападение собак на детей в этом районе. Еще в прошлом году пострадала еще и дочь Артема Викторова. Тогда заявление в подразделение по делам несовершеннолетних не получило дальнейшего развития. Марина Тимофеева и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. От кровли до фасада, от вентиляции до дренажной системы в селе Сара Сурского района взялись капитально ремонтировать местную школу. Это одно из 6 учебных заведений, вошедших в федеральную программу по реконструкции. С ходом ремонтных работ ознакомились первый заместитель губернатора и руководитель профильного министерства. Зданию скоро полвека, а капитального ремонта это строение не знало. По словам местных жителей, своими силами проводили ремонт текущий. Но с каждым годом назревала необходимость в более серьезных работах. Марина Анатольевна, у которой сын перешел в 7 класс, уверена, что с ней согласятся и остальные родители. Последние вот буквально 10-15 лет наш ремонт, это был, наши труды заканчивались до первыми осенними дождями. Кровля текла в разных местах. Стены мокли, углы чернели. И поэтому школа в убитом состоянии последние 10-15 лет. Второй этаж практически готов. На первом работа еще не початый край. Во время визита руководителей диалог с подрядчиками.
Планы амбициозные – закончить ремонт школы в селе Сара к новому учебному году. Ну или как минимум завершить работы внутри здания, чтобы можно было начать учебный процесс. Игорь Эдель нынешним летом посещает уже не первую школу, где проходит ремонт. На месте осмотр уже выполненных работ. Особое внимание к проблемным моментам. Давайте обсуждать вопросы сейчас, чтобы потом не было сюрпризов, говорит руководитель строителям. Подход у нас такой хороший, как говорится, в спокойном режиме и торопимся, но не бракодельничаем. Но эта программа еще туда дальше будет продолжаться. Скорее всего, все школы отремонтируем, абсолютно все. Приведем в порядок. Кстати, в этой школе порядок наводят с учетом мнений учащихся. У ребят интересовались, как, по их мнению, должны выглядеть будущие спортивные площадки или в какой цвет покрасить стены в кабинетах. Нас звали в кабинет информатики, чтобы обсудить, вот какие можно подобрать там парты, цвета какие, чтобы стены были. И, ну и, конечно, чтобы как бы не только нас звали, но и других ребят вместе с нами тоже. Они сидели и выбирали. Помимо учебного заведения в Сурском районе, в программу ремонта вошли еще несколько школ региона. Ко всем объектам серьезное внимание. 6 школ в этом году ремонтируются по федеральной программе. Разный процент выполненных работ, но с каждым днем этот процент увеличивается. Подрядчик услышал первого заместителя губернатора. Программа ремонта учебных заведений продолжится и в следующем году. В настоящее время определяется перечень школ, которые будут реконструированы. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести Ульяновск из Сурского района. Свой профессиональный праздник сегодня отмечает речная полиция. Ежедневно с утра и до ночи они следят за порядком на акваториях России и охотятся на браконьеров. Ульяновскую Волгу, например, охраняет линейный пункт полиции в речном порту. Как проходят их трудовые будни, узнал Максим Бажанов. Солнце, вода и катер. На первый взгляд работа речных полицейских выглядит сказкой. На самом деле адский труд. Стражи правопорядка патрулируют 150 километров акватории Волги практически ежедневно, по 3-4 раза в сутки. Причем заплывы случаются не только в дневное время, но и рано утром или наоборот, поздней ночью. Ищут браконьеров. Охота на них – главная задача речной полиции. У нас все Куйбышское водохранилище на территории Ульяновской области разбито на рыбопромысловые участки. То есть у каждого рыбака, который является промысловиком, должны быть документы на определенный участок. Это разрешение на вылов водных биологических ресурсов, также удостоверение рыбакам. Если таких документов нет, а рыболовная сеть расставлена, рыбака ждет штраф или даже уголовное дело с максимальным сроком наказания до 2 лет лишения свободы. Все зависит от нанесенного ущерба подводному миру. А наносят его недобросовестные рыболовы регулярно, в частности по весне, в период нереста. В это время речная полиция, можно сказать, живет на воде. За 6 месяцев 2022 года у нас проведено более 70 рейдовых мероприятий, направленных на выявление фактов браконьерства. Выявлено более 60 правонарушений, связанных с нарушением правил рыболовства. И также, наверное, более 15 возбуждено уголовных дел по фактам браконьерства. Браконьеров ловят и на берегах Волги. Кроме того, в обязанности речной полиции входит охрана порядка на мероприятиях в речном порту и на транзитных теплоходах. И так круглый год ради спокойствия и безопасности на Великой Русской реке. Максим Бажанов, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. И к другим темам. «Все для победы» онлайн-портал с таким названием запустил Общероссийский народный фронт больше месяца назад. С его помощью любой человек может материально поддержать мирных жителей Донбасса, а также бойцов народной милиции ЛДНР. На сайте указано, что конкретно нужно людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Это, например, продукты питания, медикаменты, бронежилеты и современные гаджеты. Помочь можно и деньгами. Был открыт сайт победа.онф.ру, на котором все расписано, что необходимо. Помимо того, что можно оставить перечисление финансовых средств, там есть QR-код, по которому можно перечислять. Вот. Необходимы каски, бронежилеты, тепловизоры, бинокли, квадрокоптеры, планшеты.
В Ульяновске пункт сбора вещей для защитников Донбасса находится на Кузнецова, 20, в региональном отделении Народного фронта. Всю дополнительную информацию об акции можно узнать по телефону, номер которого вы видите на экране. Ульяновские активисты ОНФ помогают жителям и воинам ЛДНР с начала специальной военной операции. Например, благодаря корзине добра удалось передать на Донбасс свыше 7 тонн продовольствия. А весной из Ульяновска в ЛДНР отправился целый гуманитарный конвой весом в 20 тонн. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, чтобы помогать Донбассу, надо быть там. Со стороны это сделать не получится. ЛДПР отправила первый волонтерский десант в Луганск. Всего 45 человек. В задачи добровольца будет входить помощь местным жителям и властям. Работа по налаживанию нормальной жизни в республике, пострадавшей в результате атак ВСУ и западных наемников. Пока только в 4 городах – ЛНР, Свердловские, Молодогвардейские, Суходольские. Суходольский и Луганский. Обновлять состав таких десантов и географию волонтерской деятельности планируется каждые 2 недели. Задача, подчеркнул Леонид Слуцкий, непростая. В ЛДНР уже погибло несколько российских волонтеров. ЛДПР не будет заниматься там геройством. Добровольцы, направленные в города, где уже налажена мирная обстановка. Но так или иначе, легкой эту работу не назовешь. Дел хватит на всех. Цитата. Донбассу сегодня очень нужна помощь для возвращения к мирной жизни. Необходимо как можно быстрее восстановить разрушенную неонацистами инфраструктуру и благоустроить освобожденные территории. Сейчас надо помогать людям, которые отдавали свои жизни за то, чтобы их дети могли учиться на русском языке, говорить на нем. Они гибли под снарядами киевского режима с надписью «Детям Донбасса», умирали за русский мир. Мы отвозили туда медицинские столы, компьютеры, оборудование, продовольствие. Мы познакомились там с уникальными людьми. Там надо быть физически, соприкасаться с ними, чувствовать их проблемы, их боль для того, чтобы помочь им и поддержать. Со стороны это сделать не получится. Визиты будем продолжать. Они у нас запланированы как регулярные. Нас ожидает серьезная работа, и все, что будет знаково происходить в России, в ближайшее время будет происходить там, подчеркнул Леонид Слуцкий. По словам лидера ЛДПР, волонтерам придется не только разбирать завалы. 1 сентября луганские школьники должны начать новый учебный год, так же, как и их сверстники в России. Это «Вести Ульяновск». Мы продолжаем выпуск. В Димитровграде запустили новый инвестиционный проект по производству лимонадов. Сейчас компания выпускает 5 вкусов диетической газировки, а в скором времени планирует расширить линейку сокосодержащими напитками. Одна за другой по конвейеру проходит стеклянная тара. Липецкие бутылки оборачиваются в самарскую упаковку и тут же заливают газированный напиток. На выходе ульяновский диетический лимонад «Дюшес Тархун и Кола». Всего 5 вкусов сегодня на линейке. Меньше минуты из конвейера сходит новый ящик продукции. За час здесь товарный вид получает 4000 бутылок. В цехе розлива все автоматизировано, но и здесь жесткий контроль. Виталий Каштанов следит за качеством продукции на всех этапах. То есть это на производстве продукции, дальше на розливе, на варке контроль. То есть мы контролируем некоторых сортах цвет, все параметры плотности, кислотности. Все. Самое первое у нас идет, это основное, это вода. То есть у нас очень жесткие требования к воде. Ведь в составе она главная, туда же входит и лимон, кислота и натуральные ароматизаторы. Все они, уверяют, на предприятии прошли отбор, чтобы оказаться в содовой. Сейчас технологи работают над новыми вкусами. Скоро появятся и сокосодержащие напитки. И сегодня сложность – это, конечно, зайти с продуктом в наши местные сетки. Вы же понимаете, что конкурировать с известными брендами очень сложно, учитывая, что мы местные производители, нас об этом, ну, нас еще мало знают. Вот. На сегодня мы занимаемся заходом в местные сети по федеральному нашему Поволжскому округу. Диетическая газировка обещает появиться во многих ульянских магазинах. И не только, чтобы утолить жажду каждого. Марина Тимофеева и Денис Миронов. Вести Ульяновск из Димитровграда. Ульяновские нейрохирурги восстановили прием пациентов в поликлинике Центральной городской клинической больницы в Заволжье. Раньше их силы были брошены на борьбу с COVID-19, но в конце июня врачи вернулись в прежний режим работы. Теперь прийти на консультацию к врачу можно во вторник и четверг. Принимаем всех пациентов, которые приходят вообще в поликлинику или хотят получить консультацию нейрохирурга. Но все больные, которые приходят на консультацию, обычно приходят от неврологов, которые сидят в поликлинике, ведут прием. Они уже обычно приходят с направлением и с некоторыми обследованиями. Это очень помогает в работе нейрохирургу на консультативном приеме принять решение, что делать с пациентом дальше.
Консультацию уже получили 30 человек, большая часть из них госпитализированы. Сергей Шугай целый год проходил лечение в медучреждении по месту жительства, но оно не дало результата. После стационарного лечения пошел на поправку. Я не мог ходить. Ну, хромал на эту ногу, на правую ногу. Сюда пришел. Вот, стали вот делать им вот эти лекарства, все, мне намного лучше. Вот. Ну, правда, еще надо так лечиться, но просто сейчас я боли нету, только немножко хромаю. Вот. Сейчас в нейрохирургическом отделении ЦГКБ 7 врачей, все они по очереди принимают пациентов в поликлинике во вторник и четверг с 13 до 15.00. Удивительная история восстановления памятника погибшим воинам в селе, которого не существует. Почти полвека назад деревня Васильевка в Цельнинском районе прекратила свое существование. Жители разъехались, а дома снесли. Сегодня на этих полях проходят сельхозработы, но было в бывшей деревне место, которое даже спустя десятилетия объединяет людей. Это место, где установлен монумент, посвященный воинам Великой Отечественной войны. Со временем он пришел в запустение и разрушился. Приезжаем. Вот подошли мы к этому памятнику, а он все, весь разваливается. Вы знаете, боль на сердце. Вот боль. Тут похоронен список был, тут были списки мои дяди. Дяди от мамы брат, от отца брат. Наши. Это наша кровь, это наша родня. Люди обратились в «Единую Россию» с просьбой восстановить дорогое их сердцу монумент. Решение было принято быстро. Несмотря ни на что, восстановить памятник необходимо в первоначальном виде. Реконструкция началась за счет партийных средств в рамках проекта «Историческая память». О тех событиях, которые произошли, можно сказать, давно, а можно сказать, что недавно, для истории это небольшой срок, она не должна стираться. И слава Богу, что вот неравнодушие как старшего поколения, так и молодого поколения этого не позволяет делать. И сам факт того, что сегодня здесь происходит, это прямое доказательство. Совместно с местными властями будут изготовлены дубликаты ранее размещенных там мемориальных досок. Сам памятник уже восстановлен, а завершить все работы планируют ко дню окончания Второй мировой войны. Символами советской эпохи можно ознакомиться в Ульяновском краеведческом музее на новой выставке. Она посвящена столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. В сознании людей это была не просто самая большая страна в мире, это было государство выдающихся достижений в науке, технике, спорте и культуре. Это легло в основу выставки. Интересно то, что изначально было только всего несколько символов. Серп и молот, допустим, красная звезда, которые нашли свое место и на гербе государства, и на флаге государства. Впоследствии мы их увидели на наградах, на знаках общественного признания, грамотах, вымпелах, каких-то значках. А вот в последующие годы, в процессе истории, символов становилось все больше. В основе экспозиции определяющие события и достижения эпохи социализма. Представлены материалы, рассказывающие о героизме, трудовых и спортивных достижениях наших земляков. О первом герое Советского Союза Ульяновской области, герое труда, трехкратном чемпионе СССР, чемпионе мира по хоккею с мячом. Окунуться в историю ушедшей эпохи можно до октября этого года. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Далее по традиции информация о погоде. Берегите себя. Увидимся. Сейчас в Ульяновске 27 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду.